Сегодня договорилась с Хесусом, что он мне... Я с телефона? Так, анмут нахуй, долбоёба. Да, свой ком... А, да? Спасибо большое, Зуба, за 5 подарочных подписок. Нифига. Спасибо огромное. Ананас, доброе утро. Здорово. Ты что-то не попала под раздачу сабок немножко. Ты куда летишь? Я не понимаю. У меня алерты забагались почему-то. Нет оповещения. Спасибо огромное. Ты. Трусы Спанч Боба? Нет, у меня трусы, знаете, с чем? Да все увидели твои трусы, Ванечка. Я еблан. Прошу позволения, задам последний вопрос корешу. Кореш. Разумеется. Бля, музыка, у меня, гей. Видимо, алерты забагались. Что? Секунду. Вопрос корешу. Кореш. Разумеется. Я гей. Что? Что? Чего? Ну ладно. Бля, такое ощущение, что это где-то слышалось. Зависло? Я думал, типа, просто сидит, уши сдержит. Я сломал? Да реально, зубы не трать. О, хорошо, ты сказали, я бы не заметил. Нереально растрясли этот стрим. Не пались, ко мне новые зрители пришли, типа, у меня нет парня, стрясни. Бля, когда Хурма заходит в какую-то дверь, мне уже кажется, то, что он вообще, блядь, там, в трусах или без трусов, как у него друг заходил. Михаил, чисто так же по привычке. Ой, Игорь. Есть водичка. Да? Спасибо, у меня есть. А, ну тогда я себе налью чуть-чуть. Мне налей воды. Воды? Да. Не, спасибо, у меня есть. Хорошо. У меня реально есть. У меня есть. У меня есть. Заебись, я настроил. Нихуя не поняла, ладно. Куда сосать? Ну... Насчет модерки можно договориться, понимаешь? Откуда ты там? Блять, пиздец. Давай, погнали. Как будто в уши харкнули. Где ты живешь? Ты что там делаешь, дебил? Чего? Я ничего не делал. Просто только что в казике 20к въебало. Что-то решил людям добро поделать, иначе хуёво что-то. Ну ты там в казино-то не засиживайте. Ну, блять, как? Как так можно въебать такие деньги? Ты гонишь, что ли? Ты что, азартный человек? Я уже билет покупаю? Сюда. Нахуй. Хорошо. Эй, йоу, молодой киберспортсмен, играешь в CSGO? Давай я тебя буду останавливать каждый раз, когда ты будешь заходить в казино. Ты ёбнутый, блядь, скажи нахуй! Я решил, короче, в казике проебал 20к, решил еще у меня на стриме проебать. Понимаю. Что тебя трясет, блядь? Что, блядь, с ним? Блядь, это нормальное такое поведение, нахуй, в 2020 году, это, блядь? Блядь, чай. Что это, блядь, ебанутый нахуй? А меня-то остановило ставить на Нави. Ты долбоёб, Гусев, ты долбоёб. Ты поставил первый раз 10к на Нави, проебал на Нави, как и я вместе с тобой 5 косарей тогда проебала. Больше я тебе сказала, не ставь на Нави. Не ставь против Нави. Ни на кого не ставь, когда играют Нави. Вообще никогда. И что? Ты меня послушал? Ебать, я ёбаю. Это кто? Это что? Это что? Тебя так идет такой? Хочешь погладить его? Нет, не хочу, спасибо. Ладно. Фламинго? Нет. Нихуя, блядь, фламинго. Ты сам себе сосешь. Спасибо, я думал, блядь... А, ты реально фламинго. Костюм, блин. Алина, мне кажется, мы что-то путаем. Ну так, подожди. Отходим. Отходим. Мне кажется, мы нормально стоим. Отходим. Сейчас, не-не-не, подожди. Как? Нихуя, она там... Вот так вот, все. Алина, надо... Блядь, убери его от меня! Алексей, представляете, мое было удивление, когда я приехал, я хотел сходить в туалет. О, как он, кстати, 5 секунд? Я просто не видела, стоит чекать на ютубе или нет. Интересно было? Ну, пописать. Так. Я захожу в ванную, а там на стенке резиновая пиписька висит. Ну и Алексей, недолго думая, приложился, правильно, Лёш? Ну, не только приложился, но я потрогал.
Теперь я имеются подумал. Некоторые Хуйня. Проблемы с анальным отверстием. Вот то, что... Нет! Я тебе так хочу Гурген сейчас рыгнуть просто в ухо. В смысле я бомжиха? Может, ты извинишься? Я тебе сейчас анмоду нахуй, долбоёб. Я не игнорю тебя! Что ты хочешь от меня? Еблуша, что тебе надо? Нет! Рассказывали? Нет. Да, я посмотрю. Взял в руку, чтобы померить диаметр, сравнить со своим. Ага, ага. У нее на стене побольше писька. Ну, у меня побольше писька. Встретиться с Сфинкс на моем ТРД, держу в курсе. Отъебись, я не поеду в Москву. Мне не нравится Москва. Я не поеду туда только ради чего-то важного. Все. Твой ТРД — это не важно. Понимаешь? Тварь яс. Извини, пожалуйста, я пошутила. Когда у тебя там дыра? У себя я знаю, что 26 декабря. Надо не забыть поздравить. У меня хорошая память на числа. Этот подарочек долго будет? Ну, я так понимаю, месяц? О, мы двигаемся в пропасть, блин. Дима? Від якого десерту Маргарита не може відмовитись? От какого десерта она не может отказаться? Элементарный вопрос. Это зефир. Фу, ненавижу зефир. Кеквейт. Чат, кеквейт, блядь. Как нет? Кеквейт. Быстро. Раз уж вы спорно не очень есть, контачите, блядь. Не очень знакомы, но с сексом-то, я думаю, что дела у вас нормально. Назовите, пожалуйста, три любимые позы. Хоть у кого-то нормально с сексом все. Чего, солнышко, называй. Я люблю, когда парень снизу, когда парень сверху и когда он по центру так горизонтально расположен. А, к сожалению, вы не ответили вовремя, Юлечка. Близ, не бей по столу, в микро... Гурген, когда у тебя ДР? Скажи, пожалуйста. Я на самом деле, вот честно, если честно, то я запомню. Отвечаю. Какого у меня ДР? У тебя в январе, по-моему, 23-го, Игорь. Бля, наверное, этот надо купить. Как это хуйня называется? Короче, вот такая штука, которая вылазит из-под стола и, получается, вот так вот держит микрофон. Типа вот так вот. Правильно? Моя мамочка. Ты что, ебланая, блядь? Не смешно, ребят. Ну, я только на тексте не общаюсь. Какой-то домик впереди. Ебать, ты кто, блядь? Не понимаю ничего в Майнкрафте. Здорово, Костер. Бля, тебе сейчас бот пизды даст. Ебать, чмо, блядь, хуйлыга, сука! Откуда у него граната, блядь? Ну какой дебил закупается в гранатами, блядь? На первом раунде, блядь, залупа ебаная! Я видел, как Канти только сегодня ёбнулся со стула и все. Все, что я видела на стриме. Да что мне першит в горле, я не понимаю. Есть признаки короны, когда першит? Или нет? Все? Или да? Главное. Нет? Главное сейчас в нашей стране нужно что? Правильно. Дистанционку на год. Минимум 4. Лучше 4. Чтобы все года, которые я в университете... Да, я тоже получилась дистанционно. Еще 2 года. Это сейчас самое нужное в нашей стране, я считаю. Ничего иначе. Сперма в горле высохла, сори, не смешно? Зуба. Ой, такие плохие шутки никто не прощает, особенно мои модераторы. Пожалуйста. И вообще, блядь, это охуенно. На каком курсе ты, мала? Я закончила бакалавриат, сейчас в магистратуре учусь. Мне еще осталось 2,5 года. Ну как, полгода я уже отучилась, еще 2. Действия, блядь, я словами людей просто... Малый, слышишь? Я на вас натравилась. Винкса забанили? Нет. Социальная привет! ГТРП, пук, просто пук-пук. Ой, блядь, Гурген, это тебе, кстати, в ухо прилетело, отрыжка чисто. Извиняюсь. Простите. Блядь.
блядь, вышло чуть-чуть. Сори. Малому нахуй это, блядь. Так смешно, я думаю, надо это поставить. Блять, гениальный. Пожелаю удачи, кстати, через 7 часов у меня пипец. Пизда. Будет экзамен. Просто пизда, блядь. Удачи тебе. Аудитории. Надеюсь, ты все сдашь. Все будет заебись. Ранг Юв. Что ранг? Ранг Хикс? Что ты имеешь в виду? Точилась, да, я в ранг Хикс. Давай. На раз собрался, на два съебался. Что ты сказал? Зарк, что ты сказал? Я говорю, блин, приятного просмотра фильма тебе и чай. Спасибо. Зарк. Зарк. Зарк, Зарк, любимый, слышь? Да. О, это мне? На, похаваю уебище. Как же шефа. Все, мы пошли смотреть фильм. Я знаю, что он будет делать на ушке. Где фильм? Сейчас будем его досмотреть. Труда и Женя. А во что играют, КС или Дотка? Сначала Дотка. Сначала в Дотку, потом в КС. Да. Угу. А во втором составе, смотри, во втором составе у нас Эдвард, Сеня, Зера и Хвост с Дэнди. Который можно услышать, что там Симпл говорит бате и что какие ответы получает Арсений. Кому-кому? Бате? Сеня тоже дает свои наставления. Дядя, может... Друзья, вообще, если была такая возможность, вы бы сами пошли. Блять, я так орала за этим скриншотом. Если бы сейчас с удовольствием в зал смотреть и слушать, что происходит в TeamSpeak. Опять же, к сожалению, полностью TeamSpeak, ну нельзя включать, потому что там... Смотрите, маникюрчик. А вот это вот, вот это вот. Аристократ, вот этот мизинчик. Вот так, отодвинул, вот так. Опять же, к сожалению, полностью TeamSpeak, ну нельзя включать. Аристократ, просто аристократ. Даша печатает, у меня отец умер. Бля, соболезный, пиздец. Жаль, держись. Может, погуляем? Форвард самый лучший. Хорошая работа, тебе лет. Слышно, такие шутки, блин, долбоёбы. Отличный спрей. Нет, я закончил учебу, ребят. Я закончил нахуй, и слава богу, блять. Это точно не моя стихия, блять, учеба. Я бы лучше писал, бы, что... если бы у меня сейчас мозги работали так же. Помнишь, я писал, что по твоей стриме засыпать охуенно. Ну а че ты еще не спишь? Блять, че я несу? Если бы у меня голова была сейчас. Блять, да, долбоёб ебаный. Все. Ты можешь сформулировать что-нибудь? Если бы у меня такое же мышление было, как... Ну, блядь, чё за долбоёб? Ты чё, блядь, реально не можешь сформулировать? Токсик на Оле. У меня сегодня такое токсичное настроение. Это вообще просто не представляете. У меня просто ебашит всё изнутри. Я хочу кому-нибудь поднасрать так жестко. Извините. У меня просто хорошее настроение. Да, густый чумка ебаный заваливался. Там же до этого... Привет, Чечня. Под дверь Ваньку? Нет, скорее уже десаут. Там, что это за снимок? Его здесь не было вроде. Ой, блядь. Сколько, как посмотреть, сколько зафоловлен? Команда есть Followed. Там посмотришь. Детишки. Followed. Знаете окончание иди? Вот так вот. Followed. Пиздец какой. Иди нахуй. Мальчики. Хакаги, давай, спокойной ночи. Надеюсь, ты не обижаешься. Я просто пошутила. Солнышко, не обижайся. Обнажёнка. Там есть чё штаны.
Да? Ой, блядь, да? У меня кусок живота спалило! О, нихуя! О, клип, срочно! Там два квадратных сантиметра живота было, срочно, блядь! Пиздец, ужас! Ну да, это ж не с пизду нечаянно спалить и отлететь надо на 3 дня. Согласны? Ну ты сильно не напрягался, я правильно понял? Бля, опасный классный чел. Лучше спали живот, чем трусы, да, Олечка? Бля, давайте вот так вот стримить буду. Прикиньте, как это смешно, ебать, вот так вот чисто поставить вебку перед собой и сидеть. Давай, давай. Да блин, что ты не можешь про это... Господи, давай я за тебя прожму, посмотрю, сколько ты подписан на меня. Ты разобраться не можешь, там КД немножко есть. Фоллоу, ты подписан 5 месяцев, 2 недели. На втором. Нихуя. Много. Здорово! Здорово, народ! Не ожидал? Сразу сейчас пойду побреюсь, кстати. Сейчас я подойду. Нихуя, Ксюхом взнула, блядь. Ебать! Нихуя повторил свои слова! Офигеть! Скажите, ну где как? Он вас трогал? Как это все? Как песня Ай с разными голосами. Эти цепи на мне, эту суку так манят. Нахуй игру, так как мы не играли, заберу. Все заебало меня! Бля, конечно, мы смотрели эту нарезку, какая она долгая была, пиздец, согласна? Типа 13 минут, так еще не смотрели полчаса.